На встрече рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-афганского многопланового сотрудничества. Главой нашего государства особо отмечена важность сохранения современной динамики развития двусторонних отношений и практической реализации ранее достигнутых договоренностей. Речь идет прежде всего о формировании благоприятных условий для увеличения объемов товарооборота и достижения в ближайшие годы уровня не менее 2 миллиардов долларов. Усиление кооперации в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства и логистики. Осуществление важных программ в области здравоохранения, образования и культуры. Члены афганской делегации искренне поблагодарили лидера Узбекистана за оказанный радушный прием, а также передали теплые приветствия и наилучшие пожелания президента Афганистана Ашрафа Гани. Выражена также глубокая благодарность за решительные усилия узбекской стороны, направленные на обеспечение мирной жизни и устойчивого развития в Афганистане. Высоко оценены плодотворные итоги первого заседания трехсторонней рабочей группы по проекту строительства трансафганской железной дороги, прошедшего сегодня в городе Ташкенте с участием руководителей ведущих международных финансовых институтов. В ходе встречи стороны подчеркнули важность скорейшей подготовки и начала практической реализации данного проекта, активного привлечения зарубежных партнеров и потенциальных инвесторов на основе принятой дорожной карты. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It was an honor, a very big honor, to meet with His Excellency, the President of the Republic of Uzbekistan. Для меня было большой честью встретиться с его превосходительством, президентом Республики Узбекистан. Это была исключительно плодотворная встреча, и я имел честь обсудить с ним ряд вопросов. Первым делом передать очень теплое приветствие и сердечную признательность президента Ашрафа Гани своему брату, президенту Мирзиёеву, за расширение плодотворных отношений между двумя странами. Во-вторых, мы говорили об очень важной инициативе двух президентов – строительстве железной дороги Мазари-Шариф, Кабул-Пешавар, по сути, соединяющей Южную, Центральную Азию через Афганистан. Передаю признательность, благодарность афганской стороны, его превосходительству президенту и народу. Это превосходная инициатива. Мы подписали ее сегодня и полностью привержены реализации этого проекта. Я также выразил благодарность за сотрудничество в области электроэнергетики. В плане получения Афганистаном электроэнергии из Узбекистана и его превосходительство президента Узбекистана любезно подчеркнул важность непрерывных поставок электроэнергии в Афганистан, а также ускорение новых проектов, связанных с электроэнергией. Мы говорили о других двусторонних вопросах, но самым важным было также установление мира в Афганистане, сотрудничество с Центральной Азией и другими нашими партнерами. Я также поздравил его превосходительство президента Узбекистана с блестящей инициативой проведения в мае в Ташкенте международной конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность, вызовы и возможности».